Сегодня поговорим с вами о дверях и дверных ручках. Цвет, который будет всегда в тренде, это алюминиевый. Черный, белый – это обыденность. Если вы хотите, как у всех, то берите такие цвета. Здесь же я хочу обратить ваше внимание не на цвет ручки, а на форму. Форма без окантовки. Стильно, лаконично смотрится. Итак, сегодня я хочу вам рассказать про две идеи. Первая идея, если у вас минимально денег, но вы хотите хорошую качественную дверь, берите деревянную, красьте ее в цвет стен. Если чуть побольше, берите дверь 2.10, 2.20. По ценам я вам сейчас покажу, специально заснял. Ценник практически как у нормальной обычной двери, но при этом у нее высота больше на 10-15 сантиметров. Итак, смотрится она просто бомбически, берите, не пожалеете. Еще раз вам показываю, посмотрите, просто высота 2.10, стильно, красиво.